Всем привет! С вами Артём. Давайте мы сегодня сделаем автономную солнечную электростанцию. Что для этого нужно? Первым делом это солнечная панель. Устанавливаем ее и подключаем. Сзади есть два выхода. Подключаем вот таким проводом. Вот. Иду подключать. Подключил. Теперь на концах этих проводов у нас есть напряжение. Давайте его измеряем. Для этого нам нужен тестер. Включаем постоянный ток. Минус к минусу, плюс к плюсу. Мы видим 35 вольт. 35 вольт. Все, здесь у нас есть солнечная энергия. Пока это оставляем. Дальше. Нам необходим контроллер заряда. Это обычный ПВМовский контроллер. Он просто берет напряжение и передает на аккумулятор. И ток передает. Значит, нужно подключить нам контроллер. Подключаем. Сначала в обязательном порядке подключаем аккумулятор. После того, как подключим аккумулятор, подключим солнечные панели. Поехали. На контроллере есть нарисовано солнечные панели и аккумулятор. Плюс-минус. Подключаем минусовую клемму аккумулятора. Подключаем плюсовую. Контроллер загорелся зелеными лампочками. Зеленая горит и горит красная, потому что нету заряда. Теперь подключаем, не путая полярность. Проверяем точно здесь плюс или минус. Мало ли что, может кто напутал. Все верно, красный это плюс. Подключаем. Черный это минус. Все. У нас горит. Первая зеленая, вторая зеленая и красным третья. Это говорит о том, что зеленая это идет зарядка. И батарея, допустим, полная. Да, зеленая полная. Красная. Что не подключена нагрузка. Еще не включена нагрузка. Это нам не надо. Значит, давайте проверим. Сколько вырабатывает наша солнечная станция? Солнце очень слабое, но мы проверим. Ставим амперы. Постоянный. И проверяем, сколько бежит через провод. Вот здесь. И проверяем на плюсики. 0,5 ампера. Ну, очень слабое солнце, но ничего. Не беда. Да, 0,5 ампера. Может, выйдет солнце, будет больше. Так.
для того, чтобы проверить нашу станцию, давайте ее подключим. О, выходит солнышко. Слабо. 0,6. Стоп. Это переменка. Сейчас. Вот, постоянные амперы. Переключаем тестер на ток. Выбираем постоянный и проверяем, сколько сейчас наша станция дает. Вот, пожалуйста. 1,2 ампера. 1,28, 1,3, 1,34. Скоро солнце выйдет. Так, а теперь давайте подключим инвертор. Подключаем к плюсовому. И подключаем к минусовому. Включаем инвертор. Включили. Подключаем дрельку. Ура! Мы это сделали. Давайте подведем итог. Для того, чтобы собрать солнечную станцию, достаточно одного простого контроллера, аккумулятора, инвертора. Это не чистый синус. Обычный дешевый инвертор. На нем дрель работает, вы сами видели. И солнечная панель. Это все соединяется буквально за 2 минуты, и вы имеете портативную солнечную станцию. Если вы купите маленькие панельки, вы можете это все в батарейку соединять на природе, где угодно. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. С вами был Артем.